В Иркутске проходит акция по усыновлению детей. Несколько месяцев в городе действует выставка работ воспитанников детских домов, в которых они отразили самые заветные мечты. Любой посетитель экспозиции может воплотить детские желания в жизнь. 26 детей уже обрели новые семьи. 9-летняя Женя готовит рисунок для первой в ее жизни выставки. Девочка старательно раскрашивает небо и думает, что напишет в аннотации. Каждый автор должен рассказать, чем увлекается. Выставка открылась в День защиты детей. Эффект почувствовали уже через месяц. Если раньше по вопросам усыновления в неделю обращались от силы 5 человек, то теперь их стало в 4 раза больше. Многих выставка подтолкнула к решению, которое зрело давно.